Привет, полицейский Макс. Привет, Миксис. Ну вот, мы теперь два Макса из седьмой серии. Да, не хватает только третьего, последнего Макса. Сейчас должна подойти эта троица, и из этой троицы тоже получится Макс Медивалс. Вот мы посмотрим, какой он получится, какой мощный получится из троих. Как ты сказал? Медивалс. О, какое интересное название, интересно. Медивалс X. Это значит тоже какой-то, наверное, большой такой Макс, как они маленькие рыцари, да? Только этот, наверное, будет очень большой. Посмотрим сегодня, что там получится. Вон они уже идут, я вижу, приближается это племя рыцарей. Ну вот мы возвращаемся из очередного сражения. Рыцари возвращаются с поля битвы с Никселем. Еще немножко осталось до нашего Миксополиса, и мы будем уже дома. Еще чуть-чуть. Подождите меня! Я же Никселя держу, а то он еще убежит. Подождите меня, не идите так быстро. Мы наконец-то дошли. Я думал, не дойду. Ну и тяжелый же ты, конечно, Камелот. Ничего не тяжелый, обыкновенный. Ты же лошадь, ты должен, значит, меня выдерживать. Я не лошадь, я Палладиум, понял? Я лошадь-рыцарь. Мне никто не страшен. Сам ты лошадь, я Палладиум. Извини, я пошутил. Я просто так сказал, чтобы посмеяться. Хватит вам прикалываться, пришло время для Микса. Теперь из нас троих должен получиться большой, могущественный Макс. А как будут звать этого Макса? А звать его будут Медивалс Макс. Медивал, как наше племя. Племя рыцарей Микселей. Медивалс. Макс Медивалс из нас троих получится могущественный Макс-рыцарь. Потап, ты поможешь нам? Конечно, Камелот, я вам помогу. Давайте, то начнем? Давай, только быстренько и хорошо собери, ладно? Будет все, окей. Ну что, начинаем? Давай, начинай. Ну тогда начинаем наш микс. Ну вот, друзья, сегодня мы из трех Микселей соберем одного большого Макса. Это будет последний Медивалс Макс из седьмой серии Микселей. Вот они все трое. Камелот, Миксадель и Палладиум. И вот что у нас должно получиться. Ну что, начнем потихоньку собирать этого Медивалс Макса. Здравствуй, Потап. Ну здравствуй, Медивалс Макс. Вот ты, значит, какой получился у нас мощный. Из трех Микселей, рыцарей Микселей, получился один Макс. Вот такой вот. Да, я за место троих теперь. Вся сила троих рыцарей сейчас во мне. Видите, во мне сейчас все есть. И катапульта. Вот она. Я с ней метаю снаряды. Язык с пламенем у меня. Видите, какой ша. Я очень мощный Макс. Вот такой вот я. Ну, здравствуй, Медивал. Рады приветствовать тебя в Миксополисе, в нашей стране Миксели. Мы рады тебя приветствовать, Медивалс. Очень рады, ты же последний Макс из седьмой серии. Теперь нас трое. Медивалс, а ты можешь показать, как ты сражаешься против Никселей? Мы хотим посмотреть, насколько ты силен. Да, и мне бы хотелось посмотреть, как ты справляешься с Никселями. Насколько ты сильный в бою. Конечно, я вам все покажу. Я очень сильный. Вот сзади у меня есть катапульта, в которой лежат снаряды. Я закидываю этими снарядами Никселей, и они убегают от меня. Вот видите, сзади там у меня? Вот посмотрите. Вот сзади у меня это снаряд, с которыми я стреляю. Это называется у меня катапульта. Сейчас я вам покажу, когда Никселей увижу, что они на нас нападают. Я вам покажу в действии, как я стреляю ими. Я очень хочу на это посмотреть. Интересно, как это летают снаряды, и как Никселей тебя, интересно, испугаются. Меня-то они боятся, потому что я Макс полицейский. Во мне тюрьма, машина и все. И видишь, наручники даже. Они меня издалека видят и разбегаются. Посмотрим, как ты их победишь, этих проклятых Никселей. Да мне расплюнуть, хоть с кем справиться. Сейчас вы все увидите. Сейчас я найду этих Никселей и накажу. Привет, Звездоглазый. Здравствуй. Ты что такой грустный? Да ты знаешь, что Макс появился новый? Да, я знаю, третий Макс. Это последний из их седьмой серии. Следующий только будет восьмая. Может, попробуем его победить? Давай попробуем. Я знаю, что он, конечно, очень мощный. Это уже он сделан из трех рыцарей. Да нам все равно. Давай попробуем. Давай. Эти Миксели должны знать свое место. Мы в Миксополисе самые главные. Мы самые главные Никселе. Мы всех их накажем. Вперед, вперед на этого Макса. Ну что, Макс? Вот ты и попался. Сейчас мы проверим, какой ты сильный и насколько ты силен. Сейчас я выстрелю из своей катапульты, и вы разбежитесь, как подлые маленькие трусы. Не верите мне? Нет, мы тебе не верим. Мы не верим тебе. Ну ведь попробуй нас выстрелить. У тебя даже нечего выстрелить. У тебя только огонь идет, и все изо рта. Вон как красное пламя. Ну попробуй, давай. Чем ты хочешь нас испугать? Ну все, вы меня достали. Получайте. Итак, запускаем. Нажимаем на кнопочку катапульты, и снаряды стреляют. А, точно, смотри, он стреляет. Огонь. Убегаем, быстрее убегаем. Ай-яй-яй, быстрее убегаем, а то нам конец. Это слишком сильный Макс. Ура, вот так вот я их гоняю, этих проклятых Никселей. Ура, ты настоящий Макс, ура, Никсели убежали. Ты настоящий рыцарь, ты настоящий Медивалс Макс. Мы тебя уважаем,
Ты будешь в нашей тройке самым сильным. Итак, все мы, седьмая серия. Ну вот, ребята, это Миксели из седьмой серии. Все трое, они в сборе. Следующая серия у нас восьмая, которая уже на подходе. А пока с этими героями на время прощаемся. Ну пока, Миксели, вы нам очень понравились. Мы рады, что вам понравились. Мы всегда на страже Миксополиса. А также, Потап, мы тебя будем защищать. Хорошо? Конечно, ребят. Конечно, я очень рад, что у меня такие защитники есть. Мы будем защищать всех хороших ребят и хороших людей. И вообще, мы очень любим друзей Потапа. Приходите к нам. Мы будем часто вас здесь встречать. Здесь много-много интересных друзей можно найти и героев. Ну все, пока. До следующих встреч. Ну пока, Миксели. Отдыхайте в своем Миксополисе. Наводите порядок. И ждите новых Микселей с восьмой серии.